Рисунок пейзаж со стадом исполнен во время пребывания художника в Дюссельдорфе. В маршруте пенсионерской поездки, право на которую давала золотая медаль Академии художеств, одним из обязательных мест был Дюссельдорф. Дюссельдорфская школа живописи была точкой притяжения для художников и пейзажистов. В конце весны 1864 года Шишкин переехал в Дюссельдорф, где находились в тот момент его товарищи Лев Каменев и Евгений Дюгер, и арендовал мастерскую. За все предшествующие годы заграничной командировки художник не сделал столько, сколько за дюссельдорфский период. Особенно удавались ему рисунки пером. В них прослеживается связь с искусством гравюры, которой Шишкин усиленно занимался в Цюрихе. Выполненные как бы безостановочным движением пера в тонкой виртуозной штриховой манере, они поражали иностранных художников. Рисунки пером работы Шишкина удостоены помещения в Дюссельдорфском музее наряду с первыми мастерами Европы, писал коллекционер Быков Николай Дмитриевич в Совет Академии художеств. Сам Шишкин в письме от 27 февраля 1865 года из Дюссельдорфа делился своей радостью с художником Волковским. «Любезный Волкач, при всем удобном случае поделюсь с тобой некоторого рода удовольствием, которое я имею случай ощущать. Видишь ли, в чем дело? Я по вечерам кое-когда порисовывал пером и таким образом нарисовал три рисунка. Вышли они очень недурны. Я и возымел желание выставить их на здешнюю постоянную выставку, и что весьма нелегко, не бывший членом. Но как бы тут ни было, а я выставил, и я теперь сделался здесь известным. Где и куда ни идешь, везде показывают. Пошел вот этот русский. Даже в магазинах спрашивают, не вы ли тот русский Шишкин, который так великолепно рисует? И можешь себе представить эту картину. Словом, успех неожиданный, вдобавок один рисунок еще куплен на здешнюю постоянную выставку.